Самый лучший завтрак. У меня практически каждый день так. Кофе с правильным медом. Говорят, что кипяток убивает все полезные вещества в кофе. Типа полезные вещества вообще превращаются в канцерогены. Это все брехня, проделки сахарных магнатов. Да, конечно, если в кипяток кофе опустить мед, естественно, будут у некоторые вещества полезные распадутся. Но это лучше, чем сахар, от которого постоянно кариес. Сейчас немножко могу рассказать, как выбрать правильный мед. Рассказать вам немного о меде подделки и о настоящем меде. Вот цветочный разнотравье мед. Вот видите белые пятна, это фруктоза или глюкоза. Это признаки натурального меда настоящего. Вот выбирать вот так вот нужно по вот этим пятнам. Присутствуют пятна, значит это натуральный мед. Натуральный мед всегда сахарится, садится в течение там полутора-двух месяцев, в зависимости от медоносов. Вот. А если вы нашли в середине марта мед жидкий, там среди зимы жидкий мед, то считайте, что это или перегрев, или же фальсификат, который сделан просто на сахарном сиропе. Если вы любите жидкий мед, а не вот такой вот захарившийся, возьмите баночку, поставьте в воду градусов 50, он постоит. Но если вода остыла, он не разошелся, помешаете, поставьте еще раз, второй раз, третий раз, будет жидкий прекрасный вам мед. Не берите всякую гадость. Вот сейчас мы находимся в Доброцене. Полюбуйтесь. Сейчас середина марта, а мед жиденький. Это сразу говорит о том, что мед подделка. Ну, как минимум перегретый до максимума. Сейчас мы находимся в Мариран. Вот смотрите, гречневый мед, он жидкий, это перегрев однозначно. Вот тот же самый гречневый, эти белые пятна, был разлит явно. Это хорошо, вот белые пятна натуральность показывают, это фруктоза, сахароза. 200 грамм получается, 50 рублей, вот луговой килограмм, смотрите, видно. Видно, перетекает, только начинает сахариться, тоже перегрев. Это гретый мед, может и натуральный, но перегретый. Так что, что я могу сказать по медам? Это то, что очень много фальсификата, обыкновенного сиропа, вот как были сейчас в Доброцене. И много перегретого меда греют так, что практически до кипения доводится. Советую всем брать вот такой вот, вот, чтобы он был немного пятнистый, вот сахаристый. Вот. Ну, сейчас два вида здесь, в прошлый раз было больше.